Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Volkswagen Polo. Автомобиль приехал на жидкие подкрылки. Показываем готовую заднюю арку. Такой сплошной ковер нанесем. Толщина его достигает 4 мм. Также данный компонент служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет. Ну, а пока ждем, предложили владельцу данного автомобиля проклеить таким вот усиленным шумовибропоглотителем. Владелец согласился, поэтому пока клеим. Называется он блокшот, толщина его 7 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, справа от меня голый, так звенит, слева обработан. Сами можете услышать, какая разница. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!